Пайдалы, лезетлі сабалықлар, ұрметлі достлар, сіздің диқатыңызға ләйік олды. Біз ісе, тамам, насыл айталар, Түркеде пек гүзел лав бар, яғни татлы елім, татлы конышылам. Біз ісе, мына енді татлы сабалықларыны көрдіқ, лезетлі сабалықларыны шымды, ісе гүзел бір шекілінде субетімізді башлайжақмыз. Еште әпіміз білеміз ке, яңы мевсім башланды, ве бұл себептен мектеплерде, университетлерде де яңы оқу мевсімі енді стартыны алды, ве тамам бұл ақта біз шымды мұсафырлерімізден субет етмеге істейміз. Бізім студиямызда есе сиясет ілімлері намзеті Қырым мойындеслік педагогика университетінің филология факультетінің деканы Алиме Апселямова ве Қырым мойындеслік педагогика университетінің рус филологиясы кафедрасының реберы Луиза Петрова. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Как началось утро? Хорошо утро началось. Очень хорошо. Спасибо, хорошо. Угу. А хотелось бы поговорить о новом учебном сезоне. Есть ли для студентов какие-то изменения в учебном процессе вот, в связи с нынешней ситуацией в мире? И им конкретно на вашем факультете что-либо изменилось ли? Ну, в университете в целом, на факультете в частности, смешанная форма преподавания, ведение занятий. То есть у нас два дня очные занятия, три дня дистанционные занятия. Вот, дистанционные занятия проводятся на платформе Moodle, разработанной, усовершенствованной под наши потребности нашим центром информационных коммуникативных технологий. Сложности есть, но мы работаем над этим, поэтому учебный процесс идет полным ходом. Он не идет легко. Вот. Но он идет, и идет, я надеюсь, качественно. По крайней мере, мы постоянно спрашиваем студентов, пытаемся. Ну, конечно, есть, конечно, сложно, но учебный процесс начался, и, как я уже сказала, он уже в третьей неделе началась. Ого! Уже так быстро время летит. А мы все еще начинаем новый учебный сезон, да? Да, мы все продолжаем. Вот сезон начался, скоро зайдут, у нас уже декабрь, а мы такие, как так? Да, на самом деле, то есть уже процесс пошел, первокурсники уже влились, так сказать, в эту замечательную семью под названием КИПУ. Надеюсь. Хотя у них всего получилось всего 4 учебных дня, за 4 учебных дня еще сложно влиться. Они всего 2 дня реально учатся, за 2 недели. Вот сегодня у них 5-й юбилейный учебный день. То есть мы так понимаем, что лекции проводятся дистанционно в онлайн-режиме, а все-таки в университете проходят практические занятия? Преимущественно. Преимущественно так. Луиза Александровна, я вот сразу хотел задать вам вопрос. Преимущество или все-таки лучше в онлайн-режиме, или все-таки вот живое вот преподавание? Как, вот по вашему мнению, все-таки я не до конца эту систему, может, понимаю, потому что я не учусь и не сразу понимаю, как все-таки в онлайн-режиме получать знания. Для меня все-таки вот когда непосредственно происходит общение, намного легче. А вот в онлайне как-то оно по-другому, как по мне. Но ваше мнение, пожалуйста. Вы правы. Действительно, обучение в режиме живом намного интереснее и намного лучше. Вот. Но в некоторых моментах требуется и онлайн-режим. Иногда бывает и так, что, вот, например, лекции, они вполне могут читаться и в онлайн-режиме. А практические занятия, конечно, здесь без онлайн-режима, без живого общения никак невозможно. Во всем есть свои плюсы и минусы. Да, мне кажется, конечно. Плюсы дистанционного обучения в том, что студенты становятся более мобильными, что в любое удобное для себя время могут получить для себя новые знания. Конечно. Но в то же время они получают живое общение. И это очень важно. Для студентов это очень важно. Да. Алиме Аджа, вот мы заговорили об адаптации абитуриентов, уже студентов, да, в семье под названием КИПУ. И насколько нам известно, в университете постоянно проводятся различные мероприятия, как раз-таки для того, чтобы студенты и первокурсники вполне могли ощутить себя членами этой большой семьи. В этом году планируются ли какие-то мероприятия? Обычно, действительно, традиционно у нас будет посвящение в первокурсники, бал первокурсников. Но
но в этом году в связи с ситуацией с такой вот не проводится. Угу. Мы, правда, своим студентам первокурсников обещаем, ребята, на неделе факультета мы обязательно в апреле месяце вас посвятим в первокурсник. Это, конечно, была ирония, то есть, но в любом случае, несмотря на запрет массовых мероприятий, это понятно, объективно и объяснимо, и это правильно, массовых мероприятий нет, но студенты наши, я надеюсь, сейчас кто меня сможет со мной согласиться, не обделены вниманием, потому что есть куратор, есть заведующий кафедры, есть преподаватель. Я сама честно вам скажу, вот в понедельник, вторник у нас первокурсник, я каждый понедельник, каждый вторник захожу, ребята, вы как? Ребята, что вы? Ребята, проблемы? Ребята, вам нравится? Вы не потерялись ли еще в таком, знаете, ну это сложно, когда человек, вчера еще мама манку варила, извините, а сегодня он вынужден все это делать сам. Вот. А то найти нужную аудиторию в КИПУ, насколько сложно, это мы все знаем. Да, поэтому это сложно, потому что начинается в жизни новый этап. Ты самостоятельен. Тебя никто не организовывает, тебя никто не контролирует, тебе никто не подсказывает. То есть это вот маминого крылышка очень комфортный, с одной стороны, он заканчивается, человек оказывается один на один со взрослой жизнью, где принимает решения сам, где действует сам, где отвечает сам, где решает сам. Поэтому это очень важный период. И мне интересно всегда наблюдать за студентами первокурсника. Я честно это вам говорю. Вот я уже 21 год работаю в ВУЗе, где первокурсник с огромными глазами, потерявшийся, а где вообще я и кто я такой? И когда он там где-то к декабрю месяцу, уже такой, знаете, матерый ходит, такой вот, типа, я студент, я уже все знаю, я все сдал, все нормально. И вот тогда можно выдохнуть уже. Да, ну, слава да, Богу. Да, да, все, прижился. И еще один интересный момент. Я не знаю, может, кто-то, коллеги, может, со мной согласятся. Интересный период взросления, переход со второго на третий. Вот это вот тоже очень-очень ощутимый период. Я соглашусь. Это действительно такой период, когда уже прям меняется вот в большей степени. Вот взрослый человек становится, и все. Не такой подросток, да, вот такой утеночек, такой, как у Ганса Христиана Андерсена, такой, а кто эти прекрасные птицы? Помните, когда гадкий утенок конечно, спрашивал? Да. Вот. А действительно взрослый человек, состоявшийся своими принципами, такой, знаете, вот цельная личность. Это вот, как казалось, ну, третий курс еще совсем вот маленький, как будто, да, по возрасту? Уже 20, 21. 19. А, ну 19, это кто-то... 20. Вот, так что это очень заметно, это визуально заметно. Это кто-то, значит, помоложе поступил. Вот вы сказали о тех вопросах, да, студентов, что где я, что я. И мне кажется, один из таких немаловажных вопросов в этот период жизни у студентов, что я тут делаю, правильно ли я направление выбрал, туда ли я пошел, а уже же ничего не изменишь. И мне кажется, вот здесь немаловажную роль как раз таки играют преподаватели, которые помогают полюбить тот выбор, свой выбор, да, то дело, которое ты выбрал, и все-таки понять, что на самом деле туда ли я пришел. Да, это действительно так. Да, действительно так. И у нас многие преподаватели имеют высшую степень своего значения. Вот. У нас многие преподаватели кандидаты филологических наук. Вот, есть доктора наук, довольно известные, остепененные очень. Вот, и поэтому мы стараемся им помогать, студентам нашим. И они нам помогают тоже, потому что некоторые моменты мы в первый раз тоже осваиваем. Вот, но они нам помогают и стараются быть на уровне с нами. Вот, и это, конечно, очень интересно и всегда привлекает внимание. Вот. И я должна еще сказать, что, например, у нас студенты вовсе не теряются, потому что у нас многие пишут стихи, и они имеют возможность печататься. Многие выступают на разных концертах, и они тоже имеют на это возможность. То есть у нас много очень возможностей, которые позволяют ребятам реализовать себя. И это очень важно. Да, на самом деле очень важно, да, вот на начальных этапах, вот, потому что для меня на первом курсе напечататься, это было что-то вот высочайшей степенью достижения вот на первом курсе. Мне кажется, это прям вот должно мотивировать возможность напечататься вот уже на первом курсе. А у нас в этом году уже первокурсники печатаются. Первый курс начинает печататься, и второй курс начинает печататься. У нас вот есть такое мероприятие, как... памяти Даля. Вот. Там печатаются практически все. Вот. А первый, второй курс – это обязательно.
Это обязательно, потому что это, ну, сама жизнь наша. У нас в прошлом году, да, студентка первого курса, сейчас за второго, Оля Амелина под руководством Екатерины Евгеньевны Машковой заняла первое место на всероссийском конкурсе, посвященном Дню Победы. Это очень, то есть, всероссийский конкурс с тысячами участников. Занять первое место, это очень, да, со стихотворением, да, Луиза Александровна, по-моему, было стихотворение выдвинуто на конкурс. Более того, мы позапрошлом году выпустили сборник студенческих стихов. Планируем, что в этом году мы все-таки выпустим очень пишущие студенты. Причем сборник триязычный, вот, русский, крымско-татарский, украинский несколько было. Вот, студенты, мы сами порой бываем удивлены, какие глубокие мысли у студентов. А ведь они еще молодые, они всех молодые, моментов жизни не видели. То есть такая глубокая рефлексия, такое глубокое размышление, что порой, честно скажу, я сама привожу студенческие примеры на своих занятиях. Немного лет назад студент один писал о религии, по-моему, вопрос был, или о мировоззрении. Мировоззрение, по-моему. Вот он пишет, написал фразу такую, я ее сколько лет уже привожу в пример, нет атеиста в летящем вниз самолете. То есть, если вдуматься, посмотрите, что, какая глубина за этим имелась. Да. То есть, не бывает в жизни человека, вернее, бывают в жизни человека такие обстоятельства, что он вынужден обратиться, что он вынужден отказаться от такого эгоцентризма человеческого. И это очень важно. И таких глубоких мыслей у наших студентов очень много. Студенты очень умные, очень рефлексирующие и анализирующие. И лично для меня, как для декана и для всего педагогического состава, это очень ценно. Мы со своими студентами работаем, знаете, филигранно просто. Насколько популярно направление филология среди студентов, абитуриентов в 2020 году? Вот уже я считаю, что можно подводить итоги. Да? Сколько студентов пришли на первый курс на факультет филологии? Ну, у нас 60 бюджетных мест. 60 бюджетных мест в этом году. Это на 20 больше, чем было в прошлом. Надо было поступать. Да, у вас есть шансы еще. Шансы, да. Вот. Здесь в чем? У нас четыре направления, вернее, два направления подготовки с четырьмя сочетаниями языков. Это английский-русский 20 мест, английский-немецкий 20 мест, английский-украинский, английский-турецкий по 10 мест. Вот в этом году мы английский-турецкий набираем, на следующий год будет набираться крымско-татарский-турецкий. То есть у нас будет такая вот мигающая система. Мы в этом году набрали студентов, но у нас еще есть буквально несколько мест на заочном отделении на английском-русском. Заочки у нас мало студентов, так как сейчас просто заочное не так востребовано, как очное. Вот, и у нас поэтому остался, вот мы выходим на доп-набор с английским-русским заочно. Там три места, поэтому если есть кто-то желающий, просим, двери вот, приглашать. Еще открыты. Да. То есть, ну, всего на три места, это нужно на последнюю подножку успеть запрыгнуть. Вот, а так мы все закрыли, у нас, в принципе, хорошие, еще с хорошими баллами студенты поступали. Потому что учить язык идет только человек, который трудолюбив, который умеет работать системно и постоянно. Умеет разговаривать и думать, и правильно изъяснять свои мысли. Да, потому конечно. Что к языку такие как бы и требования, потому конечно. Что это один из сложных предметов, я считаю. Если не самый сложный. Вот. Согласна. Потому что я хоть и не филолог, но понимаю цену этого труда. Да. Всем нам известно, что КИПУ всегда славился с возможностью найти себя вне учебного процесса. То есть это различные концерты, это та же возможность печататься в каких-либо изданиях. Кроме того, различные мероприятия, я знаю, что на факультете филологии проводятся, где, опять-таки, студенты могут демонстрировать свои умения, читать стихотворения. Вот, о наиболее таких больших проектах и мероприятиях. Ну, у нас несколько лет подряд проводился форум, международный форум студентов. Вот. Там участвовали ребята, которые занимаются и песнями, и танцами, и музыкой, и рисованием. То есть вот сейчас у меня в кабинете висит, например, чудесный сборник, да, или сборник, я имею в виду, такой панорама. Общего, панорама. Да, панорама общего характера, который представляет поэтов, разных поэтов, которые нарисованы, представьте себе только, нарисованы при помощи ЭВМ,
Это вообще уникальнейшее издание, я считаю. Вот. Дальше. У нас интересно очень проходят всевозможные конференции. Я уже упомянула конференцию, посвященную Далю. Вот. Это конференция, посвященная чему? Скажите. Великому русскому исследователю языка. Да. Да. Ну, это одно. А второе, конференция, посвященная всевозможным разным языкам. Это тоже уникальнейшая конференция, которая проводит кафедра иностранных языков. Вот, и мы к ней подключаемся. Вот. Еще одна конференция. У нас, в принципе, каждая кафедра проводит конференции, и эти конференции очень традиционные. То есть есть конференция, допустим, проводимая английская кафедра «Диалог культур в глобализирующемся мире». В прошлом году была 13-я конференция, то есть 13 лет. Шевченко и Сёгодення, конференция тоже была большая, международная, сейчас она более такая вот академичная, более камерная конференция, она 11-я. То есть, как видите, такие вот традиции, научные традиции на факультете существуют. Хотя, конечно, у нас есть мечты определенные, мы хотим выйти на уровень больших форумов филологических, но, опять-таки, есть целый ряд вещей, которые зависят от нас, и мы стараемся, есть вещи, которые объективно от нас не совсем зависят. Вот, а так, еще раз, каждая конференция, каждая кафедра имеет свою конференцию, свои традиции научные, и студенты это знают. Тогда хотел бы сказать, что раз уж начало положено новому учебному году, то и, в принципе, новым мечтам имеет место быть начало, и мы желаем, чтобы вы добились успехов, то есть вот эти все возможные форумы большого уровня, какие-то локальные, может быть, какие-то все-таки уже республиканского и более масштабов федеральных, так сказать, Южный федеральный округ, возможно, всероссийский, всемирный. Это хотим, чтобы вы осуществили, и, конечно же, в первую очередь потом вы пришли и нам рассказали об этом. Спасибо. Для нас будет это приятно будет нам, и мы желаем вам только успехов и только побед. Спасибо. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Чтобы я считаю, что можно сейчас пожелать студентам, да, вот тем, которые сейчас пришли в университет. Чтобы не боялись, чтобы нас не боялись, и чтобы мы их не боялись. Потому что действительно, вот сейчас такое время, мы еще в таком положении, когда не понимаем, что нам делать, и они не понимают, что нам делать. Но мы находим общие точки зрения, вот, и находим те моменты, какие нам позволяют вместе работать. Это очень важно. Я бы хотела пожелать, чтобы студенты, равно как и преподаватели, получали удовольствие от того, что они делают. Потому что жизнь живется не в черновик. Жизнь живется сейчас и живется так, чтобы не было мучительно стыдно. Да? На самом деле, даже не в том, чтобы мучительно стыдно, а в том, что мы ценили эту жизнь. И каждый, все, что мы в этой жизни делаем, приносило нам удовольствие и пользу окружающим. Вот. Чахсаун, спасибо огромное, спасибо, что посетили нас сегодня. Ждем вас снова. Спасибо. Доспар. Девам этемус. Вебазам саба программа мазна. Алтын калем рубрикасы. Девам эте буйрынас. Милле телеканалдан айрылманыз.